Как же хочется иногда просто махнуть рукой и отправиться, куда глаза глядят, слушая лишь шум мотора и свист ветра. Кажется, кое-кто насмотрелся фильмов про байкеров. Наша следующая пара уж точно. Я думаю, фильм «Беспечный ездок» они посмотрели не раз. Интересно, принесет ли Марии Петровой и Максиму Шабалину песня «Born to be Wild» высокий результат? Сейчас мы с вами это увидим. Уже решили на второй. Музыку, наверное, не наверное, а точно выбрала я. Уже смешно. Машу я знаю очень давно уже, и мы давно дружим. Поэтому, собственно, я так и удивился, когда она мне предложила эту музыку. Потому что это было неожиданно. А как мы поедем? Мы должны как-то какой-то рисунок. Так дорогу. Так поедем. Или вот так. У нас много дорог. Я понял. Так. Достаточно много находок, как бы нашли на этот номер. То есть это не проходной номер именно технически. Такой насыщенный элементами, да. Скоростной. Еще, конечно, добавляет сложности реквизит, потому что мы его увидели недавно, и он очень тяжелый для меня. Так, в общем, нормально. Понятно, что Машка уже не живая. И уже... Нет, тут ноги с ним садятся, вообще бедра еле. Сегодня такой тяжелый. Ну, Максу все время было интересно, пока там шился костюм. Я так хочу посмотреть на Машу в костюме, вообще хочу видеть, как это будет выглядеть. Маша в таких образах еще не танцевала. Вот. Но почему-то вот да. Она так смело предложила, и я ее переспросил, ты уверена в этом? Она говорит, да. Но тут я уже не мог отказать. Рокеры и рокерши всего мира, становитесь на коньки.
замирало сердце, потому что им немножко, Маше и Максиму, немножко мешали байки. Как только они их бросили, они развили такую скорость, что явственно ощущался свист ветра в ушах. А уж с техникой был один большой порядок, чего стоил только выброс. Никто же не решался. Маша его исполнила блестяще. Да и вообще технических элементов было полным-полно. Меня поразило, мне очень нравится. Пара катается с улыбкой. И не с вымученной улыбкой для нас с вами, а потому что им нравится. Мария Петрова, Максим Шабалин. Оценки за технику. 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8. Средний балл 5,8. Оценки за артистизм. 5-7, 5-8, 5-7, 5-8, 5-8. Средний балл 5,76. Общий балл 11,56. Музыкальная композиция «Born to be Wild» – «Рожденными быть дикими». Мне показалось, что в этой программе была не та Маша Петрова, которую мы обычно видели немножко в другом стиле, и Максим изменился. Но все-таки это не так сильно отразилось в ваших оценках. Татьяна Анатольевна. Ну, честно, не сговаривались. Просто очень тяжело Маше было с этим мотоциклом. Она не использовала, естественно, всю площадку, потому что его развернуть было тяжело. Все начало сместилось влево, как бы, ну, неважно. Это уже неважно. Но действительно, поддержки делались хорошо. Маша идет очень этот костюм. Это я могу отметить. Действительно, очень хороший костюм. Очень ей идет. Но все остальное... Мне никак. Я могла бы и 5-0 поставить. Просто из-за уважения к участникам. Спасибо, Игорь Анатольевич. Все-таки, мне кажется, ребята старались поменяться, старались отойти от тех стереотипов, которые постоянно были в их жизни. Ну, кстати, я, может быть, впервые в этом проекте скажу, что мне очень понравился реквизит. Очень необычно, оригинально. И другое дело, что, может быть, мы ждали от такого появления несколько более... интересного продолжения, когда они отпустят эти предметы. Но вот я вот вспоминаю такую вещь, что вот, может быть, многие исполнители это на себе прочувствовали, когда говорят после того, как ты выступишь, какой замечательный свет, какие замечательные костюмы, какая замечательная музыка. И на этом все заканчивается. То для исполнителя самое главное – это какое замечательное исполнение. Вот сегодня этого не было. Все остальное мне понравилось. Ребята, судьи свои критики были единодушны. Скажите, вы принимаете их критику, Маша? Ну, мы должны принимать, но на самом деле мне очень понравилось. И, не знаю, я выбирала музыку, я хотела быть в таком образе, поэтому я довольна. Ты знаешь, образ очень неожиданный, и тебе он очень идет. Максим, скажи, ну, может быть, эмоций не хватило? Что не хватило? Почему вот так вот вы не убедили судей, что это действительно было здорово? Принимаю абсолютно все замечания жюри. И мы, конечно, немного избалованы уже оценками 5-9 и 6-0. Все другие уже воспринимаются как поражение. Но это проект профессионалов, поэтому здесь совершенно другие требования. Поэтому абсолютно с этим согласен. А номер тоже мне очень нравится. И когда Маша мне предложила... эту музыку. Сначала я просто рассмеялся. Я не думал, что она всерьез об этом говорит. Но действительно, ей очень идет этот образ. И я подумал, что от нее как бы я буду так заводиться, и все это вместе сыграет. Но, к сожалению, получилось, что не хватило.